Приморье пройдет месячник ГТО. Об этом распорядился губернатор Олег Кожемяка. С 2016 года количество приморцев, принявших участие в выполнении норм ГТО, приблизилось к 75 тысячам человек, а успешно сдали комплекс уже более 36 тысяч жителей края. В рамках объявленного месячника нормативы ГТО будут проходить коллективы различных предприятий и учреждений, а также все желающие жители Приморья.